Друзья, привет! Фикс Прайс, Косыгина 27, Калантай 24, Санкт-Петербург. Поздравляю вас с первым днем календарной зимы и приятного вам просмотра. Кто не успел купить деревянные фонари для интерьера, их снова привезли. Высота 26,5 сантиметров. Их можно украсить электросвечой или гирляндой. Город Казань, 199 рублей. Декоративные цветы в горшочках. Я вам вчера показывала, сегодня вновь выставили три вида растений. Вот такое еще. Но мне первые два больше понравились. 149 рублей. Новинка. Часы называются «Стрелка». Очень похожи на домик. Работают от батарейки, которой нет в комплекте. Состав НДФ, сталь, АБС, пластик. Часы можно поставить или подвесить. Два вида часов, 199 рублей. Морская соль для ванн с ароматом ванили появилась. И есть с ароматом апельсина. 1,5 килограмма, 79 рублей. Жидкое мыло, тропическое увлажнение, аура. Не сушит кожу. 500 миллилитров, цена по карте Фикс Прайс 68 рублей. Крем-мыло для рук «Цветущий миндаль» с дозатором, 1 литр, Москва, 99 рублей. Полотенце бумажное «Папия», 110 листов, 4 слоя, 99 рублей. Салфетки сервировочные привезли с новыми рисунками, с новогодним принтом. 33 на 33 сантиметра, 20 штук, 99 рублей. Очень симпатичные футляры для очков привезли. Это флок на пластиковой основе, верх сделан из полиуретана. Размер 16 на 6,4 сантиметра. И есть однотонная, 149 рублей. Скатерть колорит с бейкой, 135 на 110 сантиметров. Посмотрите, привезли с новогодними рисунками, принтом. Вот это очень симпатичная. Посмотрите, классная. Но третья скатерть мне понравилась больше всего. Тут на голубой фоне серебристые и белые елочки, домики и олени серебристые. Город Тверь. 149 рублей. Полотенце вафельное 35 на 60 сантиметров. Это хлопок. Опять привезли. И все с зайчиками. Все разного цвета и на них разные зайчики. 59 рублей. Детские рукавички привезли. Смотрите, какие хорошенькие. Даже ушки с блесками. Они сверху меховые и внутри. Толстый мех, искусственный, естественно. И вот я показываю, сколько расцветок. И все вот с такими рожицами, мордочками. Есть и на мальчиков, и на девочек. Они такие толстенькие, такие мягкие варежки. Сама бы носила, но малы. 249 рублей. Про нас тоже не забыли. Привезли очень мягкие, теплые варежки. Они сверху пушистые, очень мягкие, внутри искусственный мех. Опушка и вот столько расцветок. И еще вышитая снежинка, забыла вам сказать. Очень симпатичные, очень мягкие и теплые. Я в том году такие покупала. 249 рублей. Мужские домашние тапочки. Подвезли большое разнообразие. Они толстенькие, как бархатные. Подошва сделана из ЭВА, прошита. Есть с открытыми пальчиками, есть с закрытыми пальчиками. Разные расцветки. И потом еще нашла камуфляжные. Вот такие разные оттенки. 249 рублей и женские. Вот такие бархатные. 249 рублей. Новые косметички очень похожи на кожаные, на мягкую кожу. Размер 21 на 14, закрывается на молнии, внутри подкладка наполовину из хлопка. Есть расцветки, 199 рублей. Какая нужная новинка, это экологичные таблетки для посудомоечных машин с активным кислородом. 30 таблеток, не содержит хлор. Москва, 199 рублей. Пиала 670 миллилитров, это керамика.
в виде цветка. 79 рублей. Салатник 880 миллилитров. 149 рублей. Тарелочка десертная такая же. 15,5 сантиметров керамика. 33 рубля. Пиала 360 миллилитров. Сделана из фаянса. Я вам вчера показывала. Есть все три варианта цветочков. 49,50. Очень хорошенькие. Доска разделочная 22 на 47 сантиметров. Сделана из прочного долговечного материала березы. Москва 199 рублей. Овощи чистки два вида из нержавеющей стали 59 рублей. Ножницы кухонные нержавеющей стали полипропилен 79 рублей. Вы только посмотрите, сколько товара в кухонном отделе, просто до потолка. Банка с крышкой и с замками на литр 820, закрывается герметично, Россия, 99 рублей. Натуральный растворимый сублимированный кофе МакКофе Голд, 150 граммов, 249 рублей. Натуральный кофе жареный, молотый, МакКофе, арабика крема, 250 граммов, 249 рублей. Напиток кофейный, растворимый, МакКофе с какао посыпкой. Цена по карте 69 рублей, без карты 79. Миндальное пирожное макарон с атакульчевым, манго и маракуйя со взбитым кремом, 5 штучек, 79 рублей. А это мои покупки. Купила я себе такую скатерть, ну, очень красивая, новогодняя, за 149 рублей. Купила я себе таблетки для посудомойки, очень выгодно. А это пирожные с кусочками шоколада 149 и, конечно же, макаронс 79 рублей. Друзья, спасибо за внимание. Едем дальше. Сейчас мы поедем по Дворцовому мосту. Посмотрите, у нас по Неве уже лед. Видимо, из Ладоги. Эрмитаж видно слева. Ну все, едем мы по мосту по Дворцовому. Очень красивое небо. Адмиралтейство. Куда ни посмотришь, везде красивые исторические здания. За этим зданием Александровский садик, Адмиралтейство. Исаакиевский собор. А вот Александровский сад. Мы очень часто с вами здесь гуляли. И весной, и летом. А теперь зимой. Исаакий виднеется. Сворачиваем мы на Невский проспект. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего вам самого хорошего. Пока.